коленку сразу. Открыли окно Фрамову, увидели, что густой дым идет. Спросили на улице, вызвали ли пожар или что. Ответили, что пожар на третьем этаже. Ну и все, бабушку одели из квартиры, потому что было все, квартира была вся в дыму. А быстро приехали пожарные? Быстро приехали. Уже минут 5. Мои мысли, что он курил в кровати, потому что мне приходилось часто у него забирать сигарету. Это обычно он курил, когда он именно употреблял алкоголь. Когда он был трезвый, он этого не делал.